Когда Библии сердцем читаю откровения благие твои, я тебя, Дух Святой, призываю. Объясни, Дух Святой, объясни, и становится истина светом, и пророчества Божие сны. Только ты, Дух Святой, можешь это. О, посланник небесной страны, ты, как веяние тихого ветра, Дух Святой, Дух Святой, я объята тобой и согрета. Утеши. Когда люди, живущие во спешке, отвергают призывы твои и представят лицо мне насмешки, я прошу, Дух Святой, защити, и могу я стоять под ветрами, не сгибается злоба людской, я твоими хранима руками. О, защитник невидимый мой, ты, как веяние тихого ветра, Дух Святой, Дух Святой, я объята тобой и согрета. Утеши. И случается в жизни, встречаю тех, кто просит меня, говори. Слово Божие для них открываю. Я прошу, Дух Святой, умудри. И польются живою рекою водопады Господней любви. И ликую я вместе с тобою. Говори, Дух Святой, говори. Ты, как веяние тихого ветра, Дух Святой, Дух Святой, я объята тобой и согрета. Утеши. Ветра, Дух Святой, Дух Святой, я объята тобой и согрета.